Сегодня пограничные войска России отмечают столетие со дня образования. Именно в этот день, в 1918 году, декрет Совета народных комиссаров учредил пограничную охрану границы РСФСР. Многое изменилось в структуре погранвойск за этот век. В 2003 году функции Федеральной пограничной службы передали Федеральной службе безопасности. С этого времени охрану государственной границы стали осуществлять пограничные органы и пограничные войска ФСБ. Но те, кто когда-либо стоял на страже наших рубежей, вспоминают это время с гордостью. Так, сегодня утром офицеры-пограничники, а также те, кто служил срочную в погранвойсках, собрались на Аллее Славы, чтобы вспомнить всех погибших при исполнении служебного долга на границе. В честь столетней годовщины троекратное «Ура! Ура! Ура! Ура!» Пограничников всегда отличали такие человеческие качества, как ответственность, смелость, решительность. В особых условиях требуется максимальная выдержка, мужество, взаимопомощь, доверие товарищам, поэтому всегда на службу на границе отбирали благонадежных людей, которые могли постоять и за себя, и поддержать своих товарищей. Юрий Токарев в середине 70-х служил на границе с Китаем. День пограничников в его семье отмечают всегда. Вот и сегодня пришел с двумя внучками. Это была такая ответственная служба. Поэтому помним, гордимся. Серьезная и важная служба у деда была. Пограничников особые законы. Нельзя наспать, когда другие люди спят.